Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня – бесхозная крыша. Коммунальщики отказываются ремонтировать крышу и занимаются отписками. Наркопритон на Почтовой. Полицейские обнаружили квартиры, где рязанцы употребляли наркотики. Весенний паводок. Сотрудники МЧС планируют свои действия при половодье. К нам в редакцию обратились родственники ветерана труда Валентины Трофимовой, проживающей в доме номер 9 по Первомайскому проспекту. Резкому потеплению, в отличие от большинства рязанцев, она оказалась не рада. Тающий снег ручьем льет в ее квартиру каждый раз, как температура воздуха получает плюсовые значения. При этом управляющая компания обслуживать крышу отказывается. Максим Васильев навестил пенсионерку. «Журчат ручьи, слепят лучи» – эту строчку из песни Любови Орловой в советском кинофильме «Весна» 83-летний инвалид второй группы Валентина Трофимова сегодня воспринимает буквально. С каждым потеплением в ее квартире начинается настоящий капельный водопад. Дом старый, еще дореволюционный. Через какую стену идет электропроводка, наверное, не знают даже археологи. Видимо, поэтому пенсионерка на все выключатели повесила импровизированные блокираторы из пенопласта. Но от протечек это не спасает. Вот и на этот раз все было классически. Вначале все начал течь по стенам, и вот здесь поток воды прям, мы не успевали, то есть отжимали, сушили прям тут же. Потом на следующий день она мне звонит, говорит, у меня пошло дальше. Что мы делаем в таких случаях? Правильно, звоним в управляющую компанию. Валентина Трофимова так и поступила, вот только там помогать ей не стали. Управляющая компания «Квадр-М» отказалась от этого дома по Первомайскому проспекту еще 2 месяца назад, а остальные инстанции решили горем ветерана труда поиграть в футбол, чем довели с трудом передвигающуюся пенсионерку до слез. Я позвонила туда, там диспетчер тоже. Я говорю, вот так и так, да, наш дом сейчас не бесхозный, это куда мне обратиться, у меня течет прямо по стене, не подставить ничего. Она, ну, я не знаю, чем вам помочь, надо, у вас приватизированные квартиры? Я говорю, да. Ну, тогда вот за свой счет нанимаюсь это самое. Людей это, я говорю, где я найду? Может, соседи кто, может, вот такие глупости говорить можно разве? Я говорю, я одна здесь, я бегаю, я мечусь, не знаю, что мне делать. Вот. Ну, в МЧС позвоните, может, они вам там помогут. Я опять в это, уже куда обратиться? Я говорю, может, у вас там все-таки у вас и рабочие есть? Я даже вот хотел, я не вижу, не выхожу никуда уже 4 года, поэтому я не знаю. Мы выяснили, что в 2016 году крышу этого дома ремонтировали по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Клялись 5-летней гарантии. Срок, кстати, еще не вышел. Да и выполнили с недоделками. Обращения в жилинспекцию были и не раз. Фонд капремонта по этому дому мы запрос отправили. Чиновники, как известно, предпочитают говорить бумажным языком. Мы будем следить за развитием ситуации. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На улице Почтовой обнаружили наркопритон. Работали вместе несколько служб – региональное управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД и сотрудники МВД. А как наркопритон удалось обнаружить – это целая история, которую подробно расскажет Валерий Седов. Это правонарушение помогли раскрыть рязанцы. Жители дома на улице Почтовой обратились в полицию. Говорят, что в один из домов к ним зачастили молодые люди. Притом поведение у них необычное, молчаливое и сдержанное. А когда выходят, то шумят, много разговаривают и не твердо стоят на ногах. В полиции информацию приняли к сведению. А оперативники уголовного розыска, которые специализируются на пресечении незаконного оборота наркотиков, решили, что своим поведением эти необычные посетители похожи на тех, кто употребляет незаконные вещества. Рядом с подозрительным подъездом организовали пункт скрытого наблюдения. Полицейские выяснили, что гости со странным поведением приходят в квартиру, где проживает 32-летний рязанец. И, возможно, эти люди собираются для совместного употребления наркотиков. С целью проверки данной информации сотрудники полиции нанесли рязанцу неожиданный визит и провели обследование жилища.
Полицейские нашли в квартире предметы, которые используются для употребления наркотиков. Их изъяли и передали экспертам. На всех предметах обнаружены следы наркотических средств синтетического происхождения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящий момент 32-летний рязанец задержан. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, подозреваемого в краже со взломом из торгового павильона, расположенного на улице Вокзальной города Рыбное. Во время ночного патрулирования улиц районного центра наряд Росгвардии обратил внимание на двух молодых людей, которые вели себя подозрительно. При проверке документов сотрудники вневедомственной охраны заметили, что мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о том, что они делают ночью на улице города, молодые люди ответить не смогли. Сотрудники Росгвардии осмотрели близлежащую территорию и обнаружили торговый павильон со следами механических повреждений двери. Росгвардейцы задержали подозреваемых и передали их сотрудникам полиции. В дальнейшем выяснилось, что из копилки на прилавке торгового павильона были похищены денежные средства. По предварительной информации, к краже причастен один из задержанных, ранее судимый житель соседнего региона, 1992 года рождения. Похищенное изъято. Олеся Котровская, телекомпания «Город». На сайте Рязанского гидрометцентра опубликован предварительный прогноз на весенний паводок этого года. Его характер будет определяться основным фактором – погодными условиями марта. Уже сейчас сотрудники МЧС планировали свои действия при половодье. На пресс-конференции, которая состоялась в Главном управлении МЧС России по Рязанской области, Александр Савуков ответил на вопросы журналистов о предстоящем половодье. Вне зависимости от его масштаба в регионе будет проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения, предотвращение и ликвидации вредных последствий от разлива рек. Кроме плановых облетов территорий, на ближайшее время запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы привлечем всех руководителей ГТСов, которые граничат с нашими субъектами. Это Республика Мордовия, это Тула, Нижегородская область, от которых мы зависим. Сбрасывают воду с ГТСов, и, конечно, наши низководные моста, они подтапливаются. И поэтому мы уровень готовности ГТСов при прибавлению воды оценим. На видеоконференц-связь подключим руководителей муниципалитетов, соседних субъектов и руководителей гидротехнических сооружений. По данным Рязанского гидрометцентра, сейчас уровни воды в реках в целом соответствуют норме для данного времени года. Для оценки будущего половодья более показательна не толщина снежного покрова, а величина запаса воды в снеге. В конце февраля по Рязанской области влагозапас составлял в среднем 165% от нормы, а в окрестностях Рязани даже 270% от нормы. В соседних областях влагозапас еще больше, на 10-25%. Тем не менее, характер предстоящего половодья будет определяться основным фактором – погодными условиями марта. Сухая и слабо промерзшая почва может впитать значительное количество влаги и не допустить ее быстрое и мощное скатывание в русловую сеть. Поэтому, несмотря на перебор влагозапаса, возможно, что максимальные уровни предстоящего половодья на реках области будут около среднемноголетних значений. Что касается возгораний, которые начинают происходить с потеплением, зачастую они зависят от человеческого фактора. В первую очередь, сотрудники МЧС намерены пообщаться с младшим населением Рязанской области. С середины марта в течение месяца во всех школах региона будут проведены беседы на этот счет. Пожароопасный сезон, он начинается с палок сухой травы. Мы это все знаем, но определенную лепту палок травы вносят дети. Детская шалость, элементарная детская шалость. И в этом направлении мы через школы организуем нашу работу. Но это одна сторона. Второе направление – это палов травы, это сжигание мусора на своей территории, при свадебном участке. Когда весной начинаем наводить порядок, наводим кучи мусора, сухую траву, поджигаем, а потом устаем же, идем пить чай. И этот костер остается и дальше уходит. Вот и весь пожар.
Беседы в школах дают свой эффект. Спасатели отмечают, что дети хорошо усваивают информацию и передают ее взрослым. Представители молодого поколения часто бывают более ответственными. Это можно заметить, когда родители пытаются перевести детей не по пешеходному переходу или забывают убрать мусор в лесу. В таких случаях дети часто стараются призвать взрослых к правильному поведению. В том числе они настаивают на тушении костра, разведенного на природе. Беседы в районах области со школьниками состоятся совместно с уполномоченным по правам детей и представителям Совета отцов. В каждом районе у них есть свои уполномоченные лица. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В 2021 году сумма мат-капитала выросла почти до 500 000 рублей. Пожалуй, самым популярным способом использования господдержки остается улучшение жилищных условий и оплаты ипотеки. По данным Министерства труда, именно на эти цели потратили средства около 61% участников программы в прошлом году. О новшествах, связанных с семейным капиталом, расскажем дальше. С 2021 года мат-капитал был проиндексирован на 3,7%. Теперь выдача сертификата производится в течение 5 рабочих дней вместо 15. Заявки на распоряжение средствами мат-капитала будут рассматриваться в течение 10 дней. До этого было 30. И предоставляется не только за рождение или усыновление второго или последующих детей, но и за появление в семье первого ребенка. Если в семье после 1 января, подчеркиваю, 2020 года был рожден или усыновлен первый ребенок, то сумма материнского капитала составляет более 483 тысяч рублей. За второго ребенка теперь положено чуть более 155 тысяч рублей вместо 150. А мат-капитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит около 639 тысяч рублей. Второе важное нововведение заключается в том, что материнский капитал продлен до 2026 года. Третье нововведение – это проактивный режим оформления сертификата на материнский семейный капитал. Теперь гражданам не обязательно посещать органы пенсионного фонда с личным предоставлением документов для оформления сертификатов на материнский семейный капитал. После регистрации ребенка в органах ЗАГС сведения о полученном сертификате в электронной форме автоматически будут направлены в личный кабинет мамы или на портал государственных услуг или в личный кабинет официального сайта пенсионного фонда. Эта услуга доступна в режиме онлайн, если человек является клиентом мобильных банков. Олеся Петровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И это все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире.